Не просто концерт, а настоящая история с сюжетом, актерами и декорациями. Открытие нового проекта «Арт-котельная» совпало с презентацией самарской группы «Трип». Объединение музыки и театра – абсолютно новый вид творчества молодых артистов. Мы играем в новом жанре относительно музыкальной сферы. Это жанр называется New Wave. То есть это смесь электронной музыки и живых акустических инструментов под разные клубные ритмы, типа drum and bass, dubstep там, и разные мелодические штукенции. Что касается содержания и философии группы, она тоже предельно просто выражается в одной мысли. Жизнь – это путь. «Арт-котельная» – это серия перформансов на стыке поэзии, живописи, музыки. Проект объединяет различные городские сообщества, коллективы и группы. Все они отныне в одном творческом котле. Я безмерно рада представить это новое пространство города Самары под названием «Арт-котельная», которое сосредотачивает в себе самых крутых, творческих, талантливых людей нашего города, которые могут писать музыку, стихи, которые занимаются театром и кино, которые рисуют картины и многое-многое другое. Это настоящая квинтэссенция самарского авторства. Мы занимаемся очень, как мне кажется, интересными вещами, нужными для молодежи, для того, чтобы люди занимались тем, что им действительно нравится, для того, чтобы они ходили на концерты, вместо того, чтобы заниматься чем-то, что совершенно им не нужно. Лично я выступаю в роли актера, я хожу по периметру зала и всячески завлекаю людей для того, чтобы они поняли всю свою раскрепощенность, для того, чтобы они могли расслабиться. В ближайших планах «Арт-котельной» рассказать о любви через поэзию, танец, музыку и театр. Помещение бывшего элеватора пустовать точно не будет. Желающих повариться в большом творческом котле уже предостаточно. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События.